Здравствуйте, с вами Поля. Сегодня я вам расскажу о конкурсе для художников-иллюстраторов. Если темы конкурсов, выставок и разных международных проектов интересны, не забудьте подписаться на этот канал Поли. Я каждый месяц рассказываю о подобных мероприятиях, где можно поучаствовать, заявить о себе, попасть на выставки и выиграть разные ценные призы. Если мое видео вам понравится, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и написать комментарий, что вы думаете по этому поводу. Как обычно, под видео находится ссылочка на данный конкурс, на страницу с конкурсом, где можно прочитать полные правила, заявить о себе. А я вам сейчас вкратце расскажу, что это за проект. Это 41-й международный конкурс иллюстрации. Поучаствовать можно до 9 октября бесплатно, и участие могут принимать все желающие. О себе могу сказать, если не забуду поучаствовать, то обязательно поучаствую. Здесь требуется иллюстрация любимого времени года, причем можно использовать программное обеспечение. То есть нужно какой-то сезон, который вам нравится, нарисовать или как-то оформить. Ну, скорее всего, нарисовать, так понимаю. И отправить. Там будут призы. Первое место $2000, второе место 500, с 3 по 5 – 200, с 6 по 10 – 100. И все эти победители получат еще код активации Clip Studio Point Pro. Также еще будет почетное упоминание 5 победителей, кроме этих 10. Я считаю, что художникам обязательно надо участвовать в разных конкурсах, хотя бы в бесплатных. Поэтому если вас обуревает лень, вы хотя бы поучаствуйте в бесплатном конкурсе. Я считаю, что от вас не убудет. Вдруг вы что-то выиграете, деньги или почетное упоминание, это тоже замечательно. Надо участвовать, я запишу себе. У меня даже уже, знаете, целый файлик есть. Я туда складываю, в общем-то, списки конкурсов, в которых я должна поучаствовать. Они мне идут по порядку, то есть по мере даты наступления. И я стараюсь уже хотя бы ориентироваться по этому файлику, чтобы просто не забывать, потому что я так откладываю, потом листики теряются. Потом меня отвлекают разные дела, и я просто забываю где-то поучаствовать. Сейчас я уже стараюсь оптимизировать этот процесс, заглядывать в этот файлик, и, в общем-то, уже процесс пошел, я уже хоть как-то, стала придерживаться этого графика. Пишите, пожалуйста, в комментариях, будете ли вы участвовать в конкурсе иллюстрации времена года, и, в общем-то, рисуете ли вы разные времена года, скорее всего, да, пейзажи, да, какие-то, может быть, натюрморты. Так что я вам советую поучаствовать. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!